Сегодня в Черкесске состоялась 28-я конференция Карачаево-Черкесского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ходе заседания подвели итоги года и избрали делегатов на съезд партии, который пройдет в Москве 17 декабря. Далее расскажет Дарья Тендит. В 28-й конференции приняли участие делегаты, избранные от местных отделений партии, члены регионального политсовета и приглашенные участники. Председатель парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов отметил позитивные изменения во всей республике благодаря слаженной работе, мониторингу и быстрой ликвидации нарушений. Сейчас ведутся капремонты школ, помимо сферы образования и строительства спортобъектов и домов культуры, социальная дегазификация, благоустройство общественных территорий и домов. На протяжении всего времени оказывается помощь семьям мобилизованных, отправляют необходимые грузы на СВО. И именно люди — наша главная ценность партии. «Единая Россия» была создана по инициативе президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И все, что мы делаем в нашем регионе, связано с поддержкой курса нашего лидера. Это устойчивое и стабильное развитие, повышение качества жизни людей, решение повседневных и насущных проблем. В рамках конференции открытым голосованием были прекращены полномочия 5 членов политического совета партии. На их места были избраны новые. В состав президиума регионального политического совета путем тайного голосования был избран депутат Госдумы Российской Федерации Султан Узденов. Его кандидатуру поддержали 272 делегата. После избрали делегатов от Карачаево-Черкесии в Москву на 21-й съезд партии. На съезде будут также подняты вопросы ротации, обсуждаться повестка на следующий год, план действий партии на выборах президента и очередной выборный цикл, который будет проходить в 2024 году. Делегаты выбирались по предложениям местных отделений, кандидатуры сегодня будут обсуждаться, и конференция сегодня утвердит все эти вопросы, которые будут на повестке. По итогам конференции делегатами избрали учителя 17-й гимназии Черкесска Назиру Абдуразакову и учителя 1-й гимназии аула Псыш Альбину Нурлиеву. 21-й съезд партии «Единая Россия» пройдет на ВДНХ в Москве 17 декабря. Дарья Тендит, Мурат Джанкезов, Вести Карачаево-Черкесия. И возвращаясь ко Дню волонтера, более 5 лет проводит благотворительные мероприятия, занимается благородным делом Руслан Байрамуков. Он организовывает концерты и фестивали для детей-сирот и детей-инвалидов. Руслан Байрамуков – волонтер благотворительного фонда «Территория милосердия». За активную гражданскую позицию, многолетнюю плодотворную работу, неоценимый вклад в развитие благотворительности Руслан Байрамуков награжден почетными грамотами правительства и Народного собрания республики, а также памятной медалью президента России за бескорыстный труд и акцию «Мы вместе». Моя главная задача, наверное, – делать детям радость. Провожим благотворительные мероприятия, концерты. Мы ездим к ним в детские дома с подарками и стараемся их как-то им подарить тепло, радость. Хотелось, чтобы побольше таких было людей, отзывчивых у нас в республике. Есть люди такие добрые, отзывчивые, которые привозят свои угощения, подарки привозят. Поют, выступают, танцуют. Спасибо и правительству, спасибо организациям, которые стараются. В каждой школе есть волонтерские отряды, колледжи. Вот мы к ним ездим с подарками.